Всем привет! Я внезапно сменил локацию, прервал пока Индонезию. И все, кто следит за мной в Телеграм, я в путешествии по Египту в компании Соколовых, Саши и Гоши. Это у нас anthropogenes.ru. И в отличие от... Мы уже не первый раз путешествуем с ними вместе, и не первый год, но в отличие от прошлых поездок к нам по вечерам присоединяется и читает нам лекции супер великолепный археолог из России, который копает Египет уже 15 лет своими руками, ведет здесь археологическую работу, он руководитель экспедиции в этом году, например, в прошлых, не знаю, какая у него была должность. Его зовут Максим Лебедев. Я стал выкладывать какие-то сюжетики, моментики в Телеграме. Оказалось, что, естественно, среди моих подписчиков огромное количество египтологов, которые готовы поспорить на любую тему и задают много вопросов. Вот, поэтому уважаемый Максим Лебедев согласился ответить на ваши вопросы. Вы можете их писать вот здесь в комментариях. Я прям сразу самый интересный задам ему. Да, естественно, глупые всякие зачитывать даже не буду. И мы все это здесь, эту всю беседу разместим здесь. Пишите ваши вопросики про Египет, все, что вам интересно. Потому что, как оказалось, вопросов очень-очень много у населения.